여러분, 반갑습니다. Здравствуйте, приятно познакомиться. 이번에 두 번째 우크라이나와 같이 이제 웹 세미나를 하게 되었는데, 오늘은 여러분들께 각 여러 가지 종류의 제로코니아 블록을 잘 클리닝 할수 있는 방법을 알려드리겠습니다. Сегодня у нас уже с вами второй веб-семинар, и сегодня еще раз расскажем вам более детально о окрашивании그래서 циркония. 간단히 여러분, 이 지르코니아 블록의 변천사를 한번 이론적으로 훑어보고, 여러분께 실습을 보여드리겠습니다. Вначале сначала покажем вам презентацию, расскажем о циркониевых блоках и далее перейдем к практике. Спикер сегодняшнего веб-семинара Ким Токчи. Он является инструктором в Dentsply, инструктором в Noritake и инструктором в Dental Max.제일 먼저 루젠 블록은 1세대, 2세대, 3세대, 4세대 블록으로 나누어집니다. Блоки Люксен подразделяются на 4 поколения.역사적으로 변해온 과정이죠. То есть это исторические, получается, исторически каждое поколение. 그래서 먼저 1세대 지르코니아 블록에 대해서 알아보겠습니다. Сначала познакомимся с цирконием первого поколения. 1세대 지르코니아 블록은 굴곡 강도가 1200 메가파스칼입니다. Цирконевые блоки первого поколения имеют размер, получается, 1200 мегапаскаль.투과율은 41%입니다. Прозрачность 41%. 화이트한 블록부터 쉐이드 블록까지 총 5가지가 있습니다. 이 от белого цвета до шейда есть 5 видов. 쉐이드 블록은 프리쉐이드입니다. �ейд блок является пришейдом. 1세대 블록이 처음 나왔을 때는 풀 지르코니아를 하기보다는 지르코니아 코핑 위에 빌드업을 하는 방법을 많이 사용했습니다. Изначально, когда вышел цирконий первого поколения, его использовали просто как надстройка, как билдап. 그리고 풀 지르코니아를 굳이 하고자 할 때는 구치부에 많이 사용을 했습니다. Раньше, когда использовали полностью циркониевый блок, это использовались на жевательные зубы. 점점 풀 지르코니아라는 요구사항 때문에 조금 더 개선된 블록이 필요했었습니다. И уже после этого стал появляться спрос на цирконевые блоки, и, соответственно, нужно было улучшать. к래서 제2세대 블록이 나오게 됩니다. Соответственно, вышел цирконевый блок второго поколения. 제2세대 블록은 굴곡 강도가 800 메가파스칼에서 600 메가파스칼 까지 나옵니다. Прочность его от 600 до 800 мегапаскаль. 쉐이드도 화이트 블록에서부터 쉐이드 블록 네 가지를 해서 총 5가지의 블록에 나옵니다. Цвета есть, получается, белый цвет и 4 вида шейда. 투과율은 48%입니다. Прозрачность 48%. 미세하게 여러분들 49%부터 44%까지가 분포되어 있는데, 통상적으로 저희들이 이야기할 땐 49%, 48%라고 얘기합니다. Но если уж посмотреть более детально, белый цвет идет от 40, прозрачность идет от 49% до 44%. Но все равно, когда мы говорим о его прозрачности, говорим, что 48. 화이트한 블록은 49%입니다. 그럼, как вы видите, белый, он прозрачность его 49%. 여러분 보시면 S1은 A 0.5 정도의 쉐이드를 가집니다. Как вы видите, также есть shade S1. 48%의 투과율을 가지고 있죠. прозрачность которого 48%. S2는 A 1.5 정도의 채도를 가지고 있습니다. S2 имеет shade A1. 투과율을 굳이 우리가 자세하게 나누다 보면 46%라고 이야기를 합니다. Если посмотреть прозрачность его составляет 46%. 여러분들 이렇게 쭉 패턴을 보시면 색이 진해질수록 투과율은 조금씩 줄어들게 되어 있습니다. Ну, как вы заметили, чем темнее цвет, тем ниже прозрачность. 그래서 통상적으로 제2세대 블록의 투과율을
이야기할 때는 49%, 48%라고 얘기를 합니다. Поэтому, если мы говорим о блоке второго поколения, это где-то 48-49%. 아까 처음에 1세대 블록보다 투과율이 굉장히 높아지면서 풀지루코니아로 전치부도 할 수 있게 된 블록입니다. Этот блок второго поколения уже стал намного прозрачнее, и его стали использовать также на передние зубы. 그 대신 강도가 약하기 때문에 우리가 모든 케이스에 다 사용할 수가 없습니다. Но из-за того, что прочность все равно была не такой высокой, поэтому мы не могли использовать этот цирконевый блок на все зубы. 그래서 적용할 수 있는 범위가 상당히 조금 좁혀져 있습니다. Поэтому были немножко ограничения, был лимит на использование. 그래서 심미적으로 우리가 크게 그 저작압을 받지 않는 선에서 이 블록을 많이 사용을 했었습니다. Поэтому в первое время в основном этот блок использовался в эстетических целях. 그래서 모든 케이스에 또 다 사용하고 싶은 욕망이 생긴 거죠. Ну и, конечно же, появилось желание, чтобы вышел тот блок, который бы можно было использовать во всех случаях. 그래서 제 3세대 블록이 출시되게 됩니다. И вышел блок третьего поколения. 3세대 블록은 에나멜 블록이라고 명칭을 합니다. Блок третьего поколения также называется эмаль. 쉐이드도 화이트부터 시작해서 쉐이드가 있는 네 가지 총 다섯 가지의 블록 종류가 나오게 됩니다. Также есть пять разновидностей цвета. Это один белый и четыре шейда. 굴곡 강도 자체는 1100 메가파스칼입니다. Прочность 1100 мегапаскалей. 투과율은 45% 정도 됩니다. Прозрачность 45%. 그래서 1세대와 2세대의 중간쯤 되는 강도와 투과율이 나타나게 됩니다. Получается, блок третьего поколения, он вобрал в себе все преимущества первого и второго поколения, то есть это блок, как бы, который имеет прочность и прозрачность между первым и вторым поколением. 그래서 풀지르코니아를 모든 케이스에 다 사용할 수 있는 블록입니다. Этот блок, который уже можно использовать во всех случаях. 단지 단점이 45%의 투과율을 가졌기 때문에 전치부 앞니 쪽에 사용할 때는 심미성이 약간 떨어집니다. 2세대 블록에 비해서. Но если сравнить со вторым поколением, блок третьего поколения используется во всех случаях, но из-за того, что прозрачность всего 45%, поэтому при использовании на передние зубы есть немножко эстетические ограничения. 아무래도 인사이즈 쪽으로 가면 좀 더 투명해야지만이 자연치와 조화로운데 그 부분이 조금 해결이 안 된 부분이 있었죠. Ну и, конечно же, чтобы были передние зубы выглядели более естественно, нужно, чтобы была прозрачность более выше. Ну, это был небольшой минус данного третьего поколения. 예, 그래서 제 4세대 블록이 나오게 됩니다. И после этого вышел блок четвертого поколения. 제 4세대 블록은 두 가지 종류의 블록이 나옵니다. Блок четвертого поколения вышел двух типов. 지금 보고 계신 블록은 그라데이션 블록. Сейчас вы видите блок, который называется Gradation. Enamel 블록을 이용해서 서비칼에서부터 인사이즈까지 채도를 변화시켜서 16세이드를 맞춰놓은 겁니다. Делается для того, чтобы от пришечной части до верхушки зуба можно было менять цвет, поэтому сделали такой градиент. 그래서 강도를 보시면 전체가 1100 메가파스칼입니다. Прочность этого блока 1100 мегапаскаль. 네. 세이드는 비타 세이드 가이드 16가지 색이 다 있습니다. Шейд имеется всех цветов, то есть 16 видов. 주로 구치부에 많이 사용합니다. В основном используется для коренных зубов. 네. 이 멀티블록은 이제 클러링을 좀 더 간소하기 위해서 나왔다고도 볼 수 있죠. Мультиблок также вышел для того, чтобы это можно было лучше окрашивать цирконий. 네. 이건 또 다른 종류의 멀티블록입니다. Далее это другой блок, мультиблок. 네, 멀티레이어 블록이라고 명합니다. Также мы его называем как мультилейер блок. 네. 화이트 블록부터 비타 16 세이드, 16가지 세이드가 다 있습니다.
Здесь также имеется все 16 видов и белый цвет. 네, 굴곡감도로 보시면 밑에는 밑쪽은 1200 메가파스칼, 위쪽으로 갈수록 600 메가파스칼로 이렇게 그라데이션 되게 강도도 분포되어 있습니다. Если посмотрите прочность, она идет от 1200 до 600 мегапаскаль для того, чтобы также можно было регулировать прозрачность зуба. 네, 이 블록의 장점은 전치부에도 우리가 빌드업을 하지 않고 충분히 심미적으로 표현할 수 있는 장점을 가진 블록입니다. У этого блока большое преимущество в том, что его можно использовать также и на передние зубы, что очень красиво выглядит в эстетических целях. 네, 전치부 풀 지루코니아 때 지금 굉장히 많이 사용되고 있는 블록이고 저 또한 많이 사용하고 있습니다. Этот блок, который очень часто используется для передних зубов, и я тоже очень часто его использую. 네, 이렇게 세대별로 네 가지 정도의 블록이 지금까지 루젠에서 만들고 있는 상황입니다. Сейчас вот вкратце рассказали такую небольшую историю компании Luxing от первого до четвертого поколения. 그래서 여러분들이 이 루젠 블록의 히스토리를 알아야지만이 또 각기 응용해서 여러분들 각 케이스마다 쓸 수 있는 선별적으로 선택해서 쓸 수 있는 사항을 만들어갈 수 있습니다. Ну и для того, чтобы вы тоже могли использовать нужный вам блок, поэтому мы вам рассказали небольшую краткую историю. 네, 그래서 우리가 측정한 온도가 있습니다. 신트림하기 위해서. Во время синтеризации есть определенная температура. 처음 우리가 초창기에 지르코니아 블록이 나왔을 때는 온도가 조금 높아야지만 좀 더 투명한 느낌을 낼 수가 있었어요. Раньше было, что мы думали так, что чем выше температура, тем можно прозрачнее сделать цирконевый зуб, цирконевую коронку. 한국에서는 한 2008년 이전의 블록들은 다 그렇게 되었습니다. До 2008 года где-то в Корее сделали все вот таким способом. 근데 지금 이제 제 1세대, 2세대부터 시작되는 블록들은 그렇지 않아요. Но сейчас блоки первого и второго поколения уже не такие. 네, 여러분들 보시면 1500도가 적정 온도라고 봤을 때 Поэтому если брать среднюю температуру 1500 градусов по Цельсию, 30도를 높이게 되면 더 투명도가 낮아지고 더 하얗게 밝아져요. Если мы повысим температуру на 30 градусов, то коронка становится менее прозрачной и приобретает более белый цвет. 30도를 적정 온도보다 30도를 더 낮추게 되면 좀 어두워지고 색이 짙어져요. Но если мы понизим температуру от 1500 на 30 градусов, то цвет становится немного темнее. И более такой придает серый оттенок. 그래서 지금 생산되는 거의 모든 블록들은 온도를 높여서 투명감을 낸다는 것은 이제 적용되지 않아요. 그렇게 하면 안 됩니다. Поэтому сейчас, если кто говорит, что ну вот якобы можно поднять температуру и сделать более прозрачным, то это уже сейчас не работает. 그래서 여러분들 신트림환에서 온도는 기계가 표현되는 온도보다 각각 기공소의 환경에 따라서 온도가 약간씩 다르죠. Ну и, конечно же, во время синтеризации и зависит от также самой печи, которую вы используете, температура тоже может варьироваться. 그래서 여러분들도 적정 온도 회사에서 말하는 적정 온도에서부터 30도도 올려도 보시고 30도도 낮춰 보셔가지고 원하는 색이 나오는 온도에서 여러분들이 설정해서 사용해 주시는 게 제일 좋습니다. Поэтому самое хорошо использовать, попробовать понизить температуру, которую заявляет производитель, и повысить. И уже выберите для себя подходящий цвет и используйте. 네, 그 이유는 모든 지르코니아에는 이트리아가 들어갑니다. Почему? Потому что все циркония, получить циркониевые коронки, они их нужно подбирать именно цвет, который вам необходим. 네, 루젠에서 생산되는 지르코니아는 3몰, 4몰, 5몰까지 들어갑니다. 아, 어때요? 그때 3몰, 5몰, 뭐? 3, 4, 5. 아, 3, 4, 5. 네. 그래서 이 몰수가 3몰 이상 되는 지르코니아들은 네. 온도가 적정 온도보다 높아지면 불순물이 나와요.
Ну, то есть там уже сами вы регулируете и находите для себя необходимое. 그래서 조금 밝게 되고 투명감도 조금 낮아지는 거예요. 네, соответственно, можно получить регулировать и прозрачность, и цвет. 네, 그래서 여러분들 항상 요거는 이런 사항은 여러분들 명심하시고 잘 여러분들 온도 조절하셔야 됩니다. Поэтому просто для себя знаете эту теорию, а уже на практике используете эти знания. 네, 그래서 무조건 높은 온도에서 지르코니아가 투명하게 나올 것이다라는 말은 지금은 네, 그런 재료들이 나오지 않습니다. Поэтому сейчас на данный момент уже не выпускают такое сырье, которое, например, если раньше можно было повысить температуру и оно становилось светлее, сейчас такого сырья уже нет. 그리고 우리가 퀄리티가 좋은 좋은 지르코니아와 좋지 않은 지르코니아를 판단할 때는 여러분들이 입자의 결정체를 보면 알 수가 있습니다. И как мы определяем хорошее качество циркония, это нужно смотреть на мелкие частицы под микроскопом. 저 지르코니아 분말 알갱이 알갱이가 균일하게 일정한 게 제일 좋습니다. Если посмотреть частицы, мелкие частицы, они же как порошок, поэтому если посмотреть под микроскопом, чем ровнее эти частицы и более похожи друг на друга по размеру, тем лучше. 입자의 굵기가 차이가 크면 그 사이에 공간이 생겨서 거기서부터 이렇게 크랙, 금이 갈 수가 있어요. И если же между частицами будет большая разница, если какие-то частицы будут больше, какие-то меньше, между ними возникает свободное пространство, из-за чего появляются трещины. 예, 그래서 루제는 항상 그 입자가 균일한 최고의 기술을 가진 일본의 도쇼사라는 분말을 사용을 합니다. Компания Luxon использует только японские технологии и использует японское сырье, благодаря чему размер частиц он однородный. 그래서 여러분 그림을 보시면 예, 저렇게 비교를 할 수가 있습니다. Ну, если вы посмотрите на презентацию, здесь вы можете сравнить. 예, 루젠 블록과 뭐 다른 타사 블록 그리고 한국에서 생산되는 또 다른 블록, 외국에서 수입되는 블록 이렇게 비교를 한번 해본 거예요. Здесь мы сравнили, получается, блок Luxon и блоки других фирм производителей. 네, 그래서 입자의 굵기가 일정하지 않으면 저런 크랙들이 발생하게 됩니다. Если же разница между размерами частиц возникает, то в этих местах появляются трещины. 더 확대해서 보면 여러분들 보시면 보이시죠? Здесь мы видим, получается, фотографии еще под микроскопом, еще более увеличенного размера. И здесь вы тоже можете убедиться в этом. 네, 저런 작은 공간들이라든지, 예, 뭐 크랙이라든지, 금간 곳이라든지 이런 것들이 예, 보일 수가 있습니다. Но здесь вы можете увидеть, что вот есть вот эти свободные пространства и есть места, где возникают трещины. 그리고 기본적으로 우리가 최소 두께가 있습니다. Также есть, конечно, и у каждой есть толщина. 네, 우리가 보초를 만들 때 그 최소 두께가 최소 0.5mm 이상 되어야 돼요. Толщина всегда должна быть выше 0.5mm. 네, 0.1mm 작아질 때마다 굴곡 강도는 20%씩 감소하게 돼 있습니다. И есть на каждый 0.1 миллиметр плотность падает на неплотность, получается, прочность падает на 10%. 네, 그래서 여러분들도 제작하실 때 최소 두께가 0.5, 0.6 이상 되도록 항상 제작을 하셔야지만이 끼어지는 현상을 방지할 수가 있습니다. И поэтому, чтобы предотвратить трещины, нужно сделать, получается, толщину от 0.5, где-то 0.5, 0.6 и ну, вот, в этих пределах. 우리가 지르코니아는 굉장히 단단하고 깨어지지 않는 물질이라고 많이 알고들 있죠. Но все знают, что цирконий – это очень крепкий и прочный материал. 그런데 우리가 치과에 보초를 만들어 치과에 보내서 환자가 세팅하고 사용하는 중에 깨질 때가 있습니다. Но бывают такие случаи, когда делают циркониевую коронку, но циркониевая коронка, она трескается.
물론 뭐 좋은 지루콘의 품질에 따라서도 그런 현상들이 일어나지만 Конечно, тоже это зависит и от материала, из которого делается цирконевая коронка. 어떤 현상에 따라서도 그런 문제점, 크랙이 가는 문제점들이 일어납니다. Также и это зависит от того, насколько хорошо сделали ее. Yeah, 거기에 대해서 잠깐 알아보겠습니다. Сейчас не вкратце расскажу. 자연치 같은 경우에는 마진 자체가 굉장히 이렇게 러프해요. 울퉁불퉁하죠. У своего зуба, и, естественно, своего родного зуба, эта поверхность, она очень ровная, гладкая. 기계가 거기까지 정밀하게 표현하지 못하기 때문에 우리는 연마기구를 통해서 그 부분을 부분적으로 이렇게 맞춰 나갑니다. И поэтому мы при помощи специального аппарата вытачиваем вот эту форму. 그렇다 보면 마진 쪽이 톱날처럼 들어가고 뾰족하게 나오는 이런 요철들이 생길 수가 있어요. И так как при вытачивании где-то мы можем зайти глубже, где-то не заточить, бывают вот такие неровности. 예, 저런 상태에서 교합을 받으면 저작할 때 힘을 받으면 예, 금이 가고 깨어지는 거죠. И, соответственно, когда мы насаживаем коронку, с тех мест, где есть выступы, оттуда начинает идти трещина. 예, 그래서 저런 부분들은 우리가 적합도를 높이기 위해서 연마를 하지만은 끝처리도 성수하게 라운드하게 잘 처리를 해줘야 돼요. Поэтому очень важно вот этот край зуба, его хорошо стачивать. 옆에 보시면 종이컵 위에 유리 물병에 물을 가득 넣어도 종이컵이 잘 견디죠. Как вы видите фотографию справа, на обычном маленьком бумажном стаканчике держится большой сосуд, чайник с водой. Yeah, 종이컵 끝을 보면 아주 매끈하게 잘 정리가 되어 있죠. Ну, как вы знаете, вот дно стакана, оно очень ровное, поэтому выдерживает такой вес. Yeah, 그래서 종이인데도 불구하고 저렇게 큰 힘을 견딜 수가 있는 겁니다. Даже несмотря на то, что бумажный стакан очень маленький, а чайник, он большой. Yeah, 우리가 만드는 보철물도 마찬가지예요. И то, что мы делаем цирконевые коронки, это касается, тоже касается и цирконевых коронок. 그리고 우리가 사이사이에 형상에서 있어서도 굉장히 많은 크랙의 원인을 제공할 수가 Также мы можем уменьшить вероятность трескания зуба между самими зубами. 있어요. 예, 사이사이에 우리가 브릿지 연결하는 보철물을 할때 분리감 있게 하기 위해서 우리가 자연스럽게 많이 이렇게 사이를 가르죠. Когда мы делаем мост, нам тоже нужно вот так вот эти места, соединения их стачивать. 그럴 때 너무 날카롭게 V자로 형성이 되어 있으면 저작할 때 힘에 의해서 그 부분이 부러질 수가 Если вот это место соединения зубов, оно будет очень острым, то в этом месте большая вероятность, что в этом месте пойдет трещина. 있어요. 그래서 어떤 저런 연마기구를 통해서 기저부의 제일 끝부위를 V자가 아닌 U자로 형성해서 힘을 분산시켜야 돼요. Поэтому нужно распределять вот эту нагрузку и вытачивать не в форме буквы V, а в форме буквы U, более гладкую. 제가 오늘 마지막 때 잠깐 보여드릴 거예요. Сегодня еще вам это покажу네, 그때 조금 더 자세하게 말씀드리겠습니다. 이 расскажу более детально. 자, 이런 현상들이 일어나는 거죠. 또 появляются вот такие трещины в этих местах. 저 사이사이를 너무 날카롭게 깊게 표현하게 되면 보기에는 좋을지 몰라도 부러질 위험성이 굉장히 높습니다. Возможно, выглядит это красиво, но из-за того, что мы вытачиваем очень глубоко и под сильным углом, то есть остро, в этих местах возникают трещины.자, 좀더 자세히 보겠습니다. Сейчас рассмотрим это более детально. 예. 이런 현상을 가지고 있으면 예, 저기서 부러질 확률이 높은 거죠. То есть, если вы вытачиваете мост в такой форме, то большая вероятность того, что там будет трещина. 예, 그래서 저 끝부분을 U자형, V자가 아닌 U자형으로 처리를 해주는 게 굉장히 중요합니다. Поэтому вот эту часть нужно вытачивать более гладко. 그리고 우리가 상변이 현상이라고 있습니다. Также есть у нас формы, различные формы. 예.
모노클리릭 상태, 테트라고날 상태, 큐빅 상태 이렇게 세 가지 이상을 구별을 하죠. То есть мы различаем это форму моноклиническая, тетрагональная и кубическая. 네, 그래서 테트라고날 상태에서 모노클리닉으로 바뀌게 되면 강도가 굉장히 많이 떨어지게 돼 있어요. То есть если структура меняется с тетрагональной в моноклиническую, то прочность она тоже снижается. 그런데 이런 상변의 현상을 2008년도 이전의 블록들은 굉장히 많은 이슈가 됐었어요. Это касалось очень были такие частые случаи с сырьем до 2008 года. 그런데 지금은 전혀 그런 걱정을 안 하셔도 됩니다. Но сейчас, в принципе, за это вы можете не переживать. 1세대 블록은 테트라고날 상태예요. Даже блоки первого поколения, они тетрагональной структуры. 예, 모노클리닉으로 그 상변이가 되지 않습니다. И они не меняются в моноклиническую структуру. 예, 2세대 블록은 큐빅 상태예요. Блоки второго поколения, они кубической структуры. 예, 3세대 블록은 큐빅과 테트라고날 상태 중간에 결정체. Третье поколение – это структура между тетрагональной и кубической. 네, 그래서 지금 루젠에서 생산하는 모든 블록들은 상변이 현상이 일어나지 않습니다. Поэтому сейчас все блоки компании Luxon они не меняются в моноклиническую структуру. 네, 그래서 구강 내에 가서 장시간 있으면서 굴곡 강도가 그대로 유지가 되지 더 떨어지지 않는다는 거죠. Поэтому, когда мы делаем цирконевые коронки, находясь у нас уже во рту, прочность не меняется. 네, 그래서 더 이상 뭐 구강 내에서 굴곡 강도가 낮아진다. 5년 원래 좋은 열화 현상 아세요? 네. 네, 좋은 열화 현상이라 그래서 5년 구강 내에서 5년이 지나면 굴곡 강도가 반으로 떨어지는 게 원래 지르코니아의 물질의 성질이었어요. Раньше у сырья у самого циркония говорили так, что если в течение 5 лет цирконий находится в ротовой полости, его прочность падает на 50%. 근데 지금 생산되는 블록들은 그렇지 않아요. Но сейчас цирконий, который производится сейчас, блоки циркония, они не такие. 네, 그래서 뭐 구강 내에서 장시간 노출됐을 때 강도가 떨어지는 일은 절대 일어나지 않습니다. Поэтому даже находясь в ротовой полости долгое время, прочность не падает. 네, 한 가지 예로 그 걱정을 하는 것은 정형외과에서 처음 고관절에 사용하는 지르코니아 때문에 그런 일이 일어났었죠. Раньше цирконий очень часто использовали в ортопедии, и из-за этого стали появляться проблемы. 네, 그래서 정형외과에서 모든 그 수술한 그 지르코니아를 리콜해서 다시 재수술하고 그런 예가 있긴 있었습니다. Поэтому очень часто были случаи, когда использовали цирконий в ортопедии, и из-за того, что у циркония падала прочность, это снова делали повторные операции. 아주 옛날 일이에요. Но это было очень давно. 지금 지르코니아들은 우리가 사용하는 치과 지르코니아들은 그런 현상들이 거의 일어나지 않습니다. Но у блоков данного поколения уже сейчас, которые выпускают, таких ситуаций не происходит. 자, 이거 다 실험한 데이터입니다. Здесь вы уже видите все подтвержденные цифры. 네, 그래서 뭐 일부 뭐 다른 블록들은 아주 약하게 나타나는 블록도 있지만은 루젠 블록은 전혀 나타나지 않습니다. Возможно, у других блоков есть такие изменения, но у блоков компании Luxon такого не происходит. 네, 그래서 상이 변하는 것에 대한 두려움은 안 가지셔도 됩니다. Поэтому можете не переживать за то, что прочность циркония она будет падать. 네. 이런 데이터들은 일본 도쇼사에서 다 검증이 되고 저희들한테 보내주는 거예요. Это вся информация, она была подтверждена компанией, японской компанией Тоша, и была прислана нам. 자, 여러분 임상에 봤을 때 이게 한 6번인데 제 1세대 블록을 가지고 풀지르코니아를 한 거예요. Здесь вы можете посмотреть шестерки, которые сделаны из блока первого поколения. 우리가 바깥에 구강 밖에서는 어느 정도 세이드 가이드에 맞췄을 때 맞았어요. 세이드가 비슷했어. Когда мы делали, получается, эту коронку, в принципе, цвета они были похожие.
근데 구강에 세팅을 하고 장착을 하고 라이트를 비추게 되면 저렇게 밝게 보이는 거죠. Но после того, как мы его вставляем в эту полость, и уже когда он садится на свое место, он становится более светлым. 네, 그래서 심미적으로 더 원했고 우리가 그걸 만족하기 위해서 도루젠에서 2세대, 3세대 블록들이 나와서 많이 해결하게 된 부분이 있습니다. Поэтому, чтобы в эстетических целях добиться лучших результатов, вышли блоки второго и третьего поколения. 네, 그래서 이건 2세대 블록을 가지고 한 겁니다. Здесь вы видите блок, то есть использовали блок второго поколения. 심리적으로 굉장히 업그레이드가 됐죠. То есть в эстетических целях большой произошел большой апгрейд, улучшение. 그래서 많은 것들이 만족되면서 우리가 빌드업을 하지 않고 풀지르코니아로 보철을 하는 케이스가 굉장히 많아지기 시작합니다. И уже стало больше возможностей делать полностью коронку из циркония. 그리고 지르코니아 자체는 형광 물질이 없습니다. Но у самого материала циркония нету флуоресцента. 네, 그래서 우리가 밤에 조명을 받는다든지 이렇게 했을 때 지르코니아지만은 형광 물질이 없어서 이렇게 자연치와 다르게 비쳐 보여요. Поэтому если посмотреть на цирконий зуб ночью, то так как у него нет флуоресцента, он выглядит, он сильно отличается от естественных от родных зубов. 네, 이런 부분을 보완하기 위해서 글레이징 할 때 글레이징 파우더 안에 형광 파우더를 섞어서 사용합니다. Поэтому при глазировке нужно добавлять в порошок флуоресцент, чтобы коронка могла светиться. 네, 지금은 또 다른 여러 회사에서 글레이징 자체에다가 예, 형광 파우더를 섞어서 이미 제품이 나오는 회사들도 굉장히 많아요. Но сейчас, в принципе, очень много производителей, компаний-производителей, которые уже в порошок для глазировки добавляют флуоресцент. 그래서 여러분들한테 말씀드리고 싶은 것은 지르코니아 자체는 형광성이 없기 때문에 글레이징 하실 때 지르코니아 저 형광 물질이 덜은 글레이징 파우더를 쓰시는 게 좋다라는 말씀을 드리고 싶습니다. Поэтому хотелось бы сказать, ну, предупредить вас, так как в цирконии нет флуоресцента, поэтому при глазировке нужно обязательно добавлять в порошок флуоресцент. 그러면 이제 컬러링에 대해서 간단히 알아보겠습니다. Сейчас вкратце расскажу о окрашивании. 예, 뭐 치아 구조물을 보면 여러분들 치수가 있고 덴틴이 있고 에나멜이 있죠. Как вы знаете, да, получается, если посмотреть зуб, у него есть, получается, пришечная часть, дентин и эмаль. 예, 클로링도 이 구조에 맞게끔 역으로 여러분들을 표현하시면 됩니다. И поэтому также при окрашивании нужно все учитывать. 예, 덴틴이 있고 에나멜 층에는 에나멜과 트랜스가 존재하고 есть дентин, есть эмаль и остальные, получается, чтобы это было выглядело более естественно. 그다음에 색깔을 가진 오팔 트랜스 내추럴 그레이를 사용합니다. Также, чтобы на лицах мы используем специальную краску, которая называется natural gray. 예, 그리고 뭐 부분적으로 캐릭터 같은 것들을 표현할 때는 모디파이 용액을 쓰시면 됩니다. И уже, чтобы более детально прорисовать структуру зуба, используйте специальный модифайер. 예, 치아 구조 그대로 여러분들이 컬러링을 하신다고 보시면 됩니다. То есть мы полностью рисуем зуб. 제일 먼저 덴틴을 바르죠. Сначала мы наносим дентин. 예, 덴틴은 서비칼에서부터 인사절 쪽으로 발라줍니다. Начинается с пришеечной части и к резцам. 그래서 서비칼에서 서비칼은 조금 액이 많이 스며들게 해서 진하게 위쪽으로 인사절 쪽으로 올라오면서는 좀 적게 스며들게 해서 점점점 색이 옅어지게 의도적으로 발라줍니다. Почему мы начинаем с пришеечной части, чтобы в пришеечной части краски впитывалось больше и переходим к резцам, где краски нужно немного меньше. 예, 그다음에 우리가 에나멜층은 에나멜을 칠해줍니다. Далее, там, где должна быть эмаль, наносим эмаль. 에나멜은 1, 2, 3, 화이트 에나멜 이렇게 네 가지가 있습니다. Эмаль есть четырех видов. Это эмаль 1, 2, 3 и белая эмаль. 네. 이 에나멜 용액은 원색이 보라색입니다. 바이올렛입니다.
Эмаль под номером 1, она фиолетового цвета. 네, 숫자가 높을수록 더 진합니다. Чем выше цифра, тем темнее цвет. 간단하게 여러분들께 설명드려서 에나멜 1은 41%의 초과율을 가진 1세대 블록이에요. Если сказать проще, эмаль под номером 1 имеет прозрачность 41%, и это блок первого поколения. Enamel 2는 45%의 초과율을 가진 3세대 블록에 주로 사용합니다. Эмаль 2 используется в основном для блоков второго поколения с прозрачностью 45%. Enamel 3는 49%의 초과율을 가진 2세대 블록에 사용합니다. Эмаль под номером 3 в основном используется для блоков второго поколения, который имеет прозрачность 49%. 예, 그래서 초과율이 높을수록 좀 더 진한 바이올렛색을 가진 에나멜을 사용해 준다고 생각하시면 됩니다. 좀 выше прозрачность, тем темнее мы используем эмаль. 예, 화이트 에나멜은 화이트 밴드 이런 캐릭터를 표현할 때 사용됩니다. Белую эмаль мы в основном используем, чтобы именно подчеркнуть вот эту структуру зуба, белую линию зуба. 예, 그래서 보라색과 덴틴색 노란색이 이렇게 겹치게 되면 색의 보색 대비 효과에서 그 부분이 채도가 노란색의 채도가 옅어집니다. И там, где та линия, где соприкасается дентин и эмаль, она становится светлее. 그 위에 파란색을 가진 트랜스 용액을 발라줍니다. Далее мы наносим транслюсинг, который имеет синий цвет. 그러면 파란색이 좀 더 선명하게 보이면서 그 부분이 굉장히 투명하게 우리 눈에 들어오게 돼 있습니다. Синий цвет, когда мы используем синий цвет, для человека это кажется, что зуб становится светлее. Enamel과 트랜스는 같은 부분에 같은 용액, 같은 양을 발라줍니다. Эмаль и транслюсинг наносятся на одну и ту же часть и в равном количестве. Trans 1, 2, T glass 이렇게 세 가지가 있습니다. Транслюсинг есть трех типов. Это транслюсинг 1, 2 и T glass. 밑으로 내려올수록 더 색이 진한 거예요. От транслюсента первого до тигласа цвет идет темнее. 그래서 트랜스 1은 41%의 초과율을 가진 1세대 블록에 사용합니다. Первый транслюсент используется для блока первого поколения, который имеет прозрачность 41%. 트랜스 2는 45%의 초과율을 가진 제3세대 블록에 사용합니다. Транслюсинг под номером 2 используется для блока третьего поколения, у которого прозрачность 45%. T-глассен, J2-седе блок, 49%의 초과율을 가진 J2-седе блоке 사용을 합니다. T-глас используется для блока второго поколения, у которого прозрачность 49%. 그 다음에 오팔 트랜스 중에 Natural Gray라고 있습니다. Также есть и Natural Gray. 네, 또 아이스 블루가 있습니다. Также есть ice blue. 네, 아이스 블루는 아이스 블루는 조금 화이트한 쉐이드. 그러니까 그 미백 시야에 사용하는 그 정도일 때는 아이스 블루를 사용합니다. Ice blue в основном используется для тех, кто отбеливает свои зубы. 네, 뭐 그 외에는 잘 사용하지 않습니다. Помимо этого, в других случаях в основном его не используется очень редко. Natural Gray는 좀 우리가 다양하게 사용을 가능합니다. Natural Gray можно использовать в различных вариациях. Natural Gray는 약간 좀 회색, 그레이한 색이 나타납니다. Natural Gray придает более такой сероватый оттенок. 그래서 Enamel과 트랜스가 발라져 있는 부분보다 조금 더 짧게 한 3분의 1 부분만 발라줍니다. Natural Gray мы наносим, получается, меньше, чем Translucent и Emile на где-то одну треть. 그래서 절단 끝으로 갈수록 좀 더 투명하게 보이게 하기 위해서 저렇게 발라줍니다. Используется в основном для того, чтобы выделить края резцов, поэтому наносится прямо на, совсем на края. 네, 제가 실습하면서 조금 더 자세하게 말씀드리겠습니다. И во время практики я вам покажу. 네, 그 나머지 부분들은 cervical A, B, C, D가 있습니다. Далее есть идет пришечная часть, которая и краски, которые используются cervical от A, B, C, D. 네,
뭐 서비칼 A는 A 계열의 색상을 채도를 조금 더 높이는 데 사용되고, 예, 서비칼 B는 B 계열, 서비칼 C는 C 계열, 서비칼 D는 D 계열, 이렇게 네 가지가 있습니다. 어, cervical A используется для A, там где получится немного светлее, B, но там где темнее, и cervical C, D, там еще более темные места. 예, 그리고 좀 더 진한 yellow, amber, brown, 뭐, white한 white, white, opaque, creamy white, 진지바 이렇게 다양하게 모디파이 용액들이 있습니다. Также есть модифайеры, это желтый, амбер, коричневый, белый, ну, вот различные цвета, white, opaque, creamy white и gingiva. Используются для того, чтобы придать характеристики зубу. Каки 치아에 캐릭터가 있고 특별한 색들이 분포되어 있는 부분들은 저런 모디파이어 용액을 이용해서 표현해 줍니다. Для того, чтобы придать зубу более естественные характеристики, используются специальные модифайеры. 그래서 여러분들 컬러링을 많이 해보신 분도 있고 뭐 그렇지 않은 분도 계시지만은 컬러링을 잘 하기 위해서는 치아 구조를 먼저 잘 아셔야 됩니다. Среди вас есть, я знаю, кто уже окрашивает много, есть кто еще не совсем опытный, поэтому перед окрашиванием нужно уже знать и делать чертежи. 그래서 저도 처음에 저렇게 색칠하는 연습을 좀 많이 했습니다. Поэтому раньше, когда я начинал, я тоже очень много тренировался и разрисовывал. 그래서 저런 구조별로 색이 잘 칠해져 있어야지만이 색도 잘 표현이 됩니다. Чем детальнее мы разукрасим, получается, наш зуб, тем будет он выглядеть более естественным. 네, 실습하면서 좀 더 자세히 말씀드리겠습니다. Во время практики я еще расскажу вам об этом более детально.